В минувшие выходные в микрорайоне Московский было испорчено 29 машин. Какие-то из них поцарапали, у некоторых оторвали боковые зеркала. Все это сделал 23-летний житель Тамбовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Что толкнуло молодого человека на хулиганство, смотрите в нашем сюжете. Субботним утром жители микрорайона Московский проснулись от громкого воя сигнализации. В одном из дворов нетрезвый молодой человек разбивал припаркованные автомобили. У некоторых он отрывал зеркала, некоторые просто царапал, а у других выбивал стекла. Жители незамедлительно вызвали полицию. 23-летний житель Тамбовского района сопротивления не оказал. И даже рассказал, что послужило причиной его поведения. Накануне вечером он отдыхал с друзьями, употреблял спиртное. Между молодыми людьми возникла ссора. В результате молодой человек сильно разозлился. Вымещая зло, он стал бить ногами дверь ближайшего магазина. Взял предмет железный, ударил, разбил стекло, сработала сигнализация, побежал, первая реакция, бежать. Побежал во дворы, спотыкнулся, упал. Когда поднялся, продолжил убегать, но случайно задел зеркало у автомобиля. Разозлился, то что препятствие. Он по инерции начал бить другие машины. Со злости. Под горячую руку попали 29 автомобилей, как отечественного, так и иностранного производства. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту умышленного повреждения чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенный из хулиганских побуждений. Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы. Кроме того, придется возместить ущерб хозяевам всех разбитых им машин. Ольга Сергеева, Яна Ильина, Александр Кобзарев. При содействии пресс-службы УМВД. Область новостей.